Привет, ребят. Приехали сегодня на канал. Уже у нас рыбалка была с трофейным карасем. Ссылочка будет прикреплена сверху. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Сын с сыном приехал. Вот. Уже сделали стартовый закор, промер. Ловим на 30 метрах. Ну, вместе ловим за травой. Здесь такая бровочка идет, травяная, ближе к середине. В прикормке у нас сегодня вабик орех, вабик плотва черная и линь карась марципан. Уже где-то час на точке, то есть работаем, ловим. Пока на точке стоит хороший бычок, прям хороший бычок. Иногда проскакивает мелкая плотва, ну и мелкий окунь. В основном бычок ловится. Уже подловили, наверное, ну мы выкидываем его, не берем, подловили, наверное, ну, каждый, наверное, по штук 30, наверное, этих бычков. Он клюет в лед просто. Вот заброс, поклевка достал, заброс, поклевка достал. Вот. Ну, вот сейчас вот за час, после часа борьбы с бычком, поклевки интересные пошли. А у Дениса была подтяжка подлещика. Леща подлещика непонятно. Ну, так вроде все со старта рассказал. Поводочки, ну, поводочки 65 сантиметров, 12-е крючки Оунерфуна у всех, и у меня, и у Дениса. Ну, с одной бобины мотаем. Вот, в наживочке мотыль с опарышем, бутерброд, обязательно. Не чистый мотыль, потому что здесь от окуня тогда не отобьешься, а вот именно что-то такое вот должно белое присутствовать на крючке, мотыль и опарыш. Все, наверное, встретимся уже на чем-то более серьезном. Ребята, еще, наверное, полчасика прошло. Хороший карась. Налево пошел. Постараюсь его не пустить. Так, ребята, пока камеру нету возможности повернуть. Сейчас, ребята, если не сойдет, покажем. Так, карась хороший. Или лещ. А, нет, там карп. Карп зеркальный. Да, ребята, зеркальный карп. Я наконец-то поймал, молодец. Кто-то его выкидывать назад будет? Да, потом, после рыбалки. Не дай мне его. Не, отпустим. Я с удовольствием бы отдал своей дочушке. Да, и засекся на... Ну, что он там взялся? Сейчас, секунду. Да, один опарик и три мотылика. Отлично. О, ребятки, наконец-то взялся зеркальный карп. Поклевки были, ребята, такие. Я бы не сказал, что это карп какой-то клюет, там что-то такое мощное. Не было ни паровоза, ничего. Обычная поклевка и такое дребезжание. Что-то тюк-тюк, тюк-тюк такое. Слабенько так клевало. А уже как сёк, уже понятно, что что-то крупное. Хорошо. Так, ну что, ребятки, наверное, прошел еще час. Клюет бычок, пока, не знаю, на точку не становится ни карась, ни подлещик, ни красноперки нету, ни плотвы. Как-то очень все странно. Клюет бычок один. Да, практически вот последний час даже окуня не было, бычок один долбит. Тут, конечно, роль большую играет, водоем здесь небольшой. Очень много дубинчиков приезжает. Ну, скажем-то, неважно. Рыбаков, которые забирают всю рыбу подчистую. Все, что ловится, все в мешок. И, конечно, вот это тоже для водоема очень плохо. Всю рыбу просто выбивают в ноль. Ну, что-то, да, сопротивляется, елки. После бычков. После сотни бычков еще что-то взялось. Я не буду удивлен, если это огромный бычок. А, окунь, етить колотить. Какой красивый. Ну, красивый окушок.
взялся. Все, ребятки, поклевывает до сих пор один бычок, больше ничего. Словили в общей сложности уже. По 200 точно этих бычков, очень много. Так, если бы их брали, килограмма бы два, наверное, ими набили. Мелочью этой. Словилось плотвички, наверное, штучек 5. Тоже плотву не брали, там, может, пару штук в садке болтается, таких мелких. Там до 100 грамм что-то такое. И карпик зеркальный. Будет, наверное, такое коротенькое видео сделаю в формате влога. Все, ребятки, заканчиваем рыбалку, вернее, уже закончили, сложились. Тихо, что-то разговаривает. Вот таким уловом нас сегодня наградил канал. Много бычков было, конечно, штук, наверное, по 300 словили, если бы все забрали, как я уже говорил, наверное, под килограмма 2 бы набили. Тихо. Под килограмма бы 2 набили. Было пару плотвичек, пару окуньков, один ёршик влетел, и карпик. Такой красавчик. Кстати, сломанный верхний плавник. Все, ребятки, не забываем подписываться на канал. Всем пока!